spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная линейка без анерционных катушек Corsair. Ее производителем является набирающая популярность польская компания Dragon. На данный момент выпускается три модели весом от 298 до 498 граммов. В зависимости от экземпляра, передаточное число может составлять 5 ровно или 5,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим вариант, обозначенный как FD750i. Corsair – это достаточно мощные катушки, в первую очередь предназначенные по заявлению производителя для морской рыбалки. Хотя они также подойдут для оснащения удилищ, которые используются в донной ловле. Для создания корпуса и ротора берется легкий и одновременно прочный композит. Кстати, при изготовлении ротора применяется Super Balance System, позволяющая свести к минимуму излишнюю вибрацию данного узла. Чтобы вращение катушки было более плавным, в моделях устанавливается 7 подшипников. За исключением одного роликового, все остальные подшипники шарикового типа. Кроме этого, отметим наличие в конструкции стопора обратного хода Infinity Anti-Reverse, благодаря которому исключается проворачивание механизма в противоположном направлении. Основная перфорированная шпуля делается из алюминия и оснащается небольшой пластиковой клипсой для фиксации лески. Вместимость составляет от 130 метров монофила толщиной 0,30 мм до 240 метров сечением 0,40 мм. Также отметим наличие полой дужки и увеличенного ролика лесоукладывателя с функцией противозакручивания, что помогает избежать образования петель и так называемых бород. Мультидисковый фрикцион имеет переднее расположение и в зависимости от модели способен справляться с нагрузками до 7 или 9 кг. В нижней части корпуса расположен флажок реверса. В положении ON катушка работает только в режиме намотки. После переключения на значение OFF можно крутить ротор в обе стороны. Стальная ручка оснащается плоским или, как в данном случае, Т-образным пластиковым кнопом. Чтобы прижать ее к корпусу, например, на время хранения, необходимо ослабить крепежный винт с противоположной стороны. Также можно из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. В комплектации идет дополнительная шпуля. В отличие от основной, она выполнена из графита, но имеет идентичную с ней лесоемкость. Используется в качестве запасной или для намотки лески с другими характеристиками. Есть и фирменный тканевый чехол для хранения вашей катушки в перерывах между рыбалками. Его горловина стягивается с помощью простой веревочной утяжки. А теперь давайте разберем Dragon Corsair и посмотрим на ее устройство. Внутри мы видим надежный механизм планетарного типа. Но если вы хотите продлить срок службы вашей катушки, то берегите ее от ударов, падений в воду и вовремя производите плановое ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.